Так жалко на это время. Лучше бы поговорили по поводу... Мы не перестаем разговаривать. Да? Так, это красный крест. И любую красную карточку вы выбираете и читаете вопрос. Слух. С кем из бывших хотя бы однажды хотелось сойтись заново? Никогда нельзя войти в одну реку дважды. Хотя очень хотелось. Если ответил на вопрос. Ну, будем считать, что ответили на вопрос. Но я просто очень рассчитываю, что Эвклид еще осенью перед своим туром придет к нам в программу, и мы эту тему немножечко развернем. Я могу считать, что мы договорились с вами? Ну, я объясню. Дело в том, что все так много и активно говорят о личной жизни, а мне кажется, что артист должен быть загадкой. И, ну, мне... Я понимаю, что это очень интересно, но лучше поговорить о чем-то другом. Еще больше Эвклид всех заинтриговал. За это ему тоже спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».